Конечно, для начала до 3 лет, я думаю, что вот убрать такое разделение мальчик-девочка. Очень много ошибок делают мамы в плане того, что вот если у меня мальчик, то его, он не должен плакать. Он же мальчик, будущий мужчина. А скрывая свои эмоции в таком раннем возрасте, потом ребенок, подрастая, уже не сможет правильно эмоции выплескивать. Если он с детства будет думать, я же мужчина, я не должен не показывать, как мне плохо, или какой я слабый, или... И потом уже вырастая, становляясь семьей, женщиной, создавая семью, он не сможет ей открыться. И мы, когда уже от своих мужей просим, ну почему ты приходишь, ну расскажи, как твои дела? А у ребенка вот эта закомплексованность еще с раннего возраста идет, как бы, и он, ну, он не знает, как это нужно сделать. Да, конечно, там до 3 лет слезы – это проявление своих эмоций, слабости, непонимания, чувства страха. Все, что мама может сделать для ребенка, это предоставить чувство комфорта ему, чтобы он не боялся, чтобы он мог открыться ей, чтобы он не думал, что вот если я плачу, то все, сейчас мама скажет, а ну прекрати, ты же мальчик, нельзя так делать. Ну, как бы это такое вот первое, что хотелось бы как обозначить. Любого ребенка требует огромных просто усилий, терпения и вложений, как эмоциональных, так и, то есть нужно много внимания, нужно много всего. Воспитание и мальчика, и девочки, в принципе, они достаточно похожи, так как ценности в любом случае должны ребенку прививаться одинаковые, но, по моему мнению, воспитание мальчика немножко более ответственная процедура, потому что каждый хочет вырастить своего сына мужественным, ответственным, чтобы он был настоящим мужчиной. Поэтому в это, конечно, нужно немножко больше вкладывать. Большую роль играет в воспитании мальчика, конечно же, участие папы, потому что кто, как не папа, может своим примером подать ребенку правильные ценности, которые в дальнейшем ребенок будет дальше приносить в свою жизнь и в продолжение всего. Конечно же, обязательный пример, как я уже сказала, это собственный пример. Это самое важное, что как бы необходимо в воспитании любого ребенка. То есть ему можно рассказывать и показывать очень много, но каждый ребенок всегда смотрит, например, родителей, какие между ними отношения, такие же отношения будут в дальнейшем и у ребенка. Ну, то есть собственный пример в любом случае играет роль важнее, чем любые слова или любые воспитательные методики, которые могут быть вообще в принципе. На мою думку, не важливо, хлопчик у вас чи дівчинка, потрібно виховувати дитину в любові, повазі і в щасті. Ми в нашій родині дотримуємося таких правил, як допоможи, обніми, коли тобі сумно, поцілуй, коли тобі захотілося просто трішки уваги. Стараємося здебільшого не дивитися мультики, а читати книги, от складати, наприклад, конструктор. Ми любимо гратися з м'ячиком, стараємося більше часу проводити на подвір'ї. Дуже любимо ходити в садочок і гратися із його знайомими дітками. Йому там дуже весело. Обов'язково виховання дитини, я вважаю, мають брати участь як тато, так і мама, тому що особливо хлопчики беруть із тата приклад, як бути мужнім, як бути сильним, як бути терплячим. Також проявляти турботу та ніжність до своїх рідних і оточуючих. Особливим аспектом у вихованні дитини є батько. Він відіграє таку собі ключову роль, адже саме із батька хлопчик бере приклад, як бути справжнім чоловіком, як поводитися з мамою і з дівчатками його віку, або навіть із старшими, як поводитися з бабусями і з дорослими взагалі. Що потрібно бути стриманим, але можна бути смішним, не потрібно цього боятися, адже ми повинні вільно виражати свої емоції, будь то сміх чи будь то сльози. Часто задають питання батьки, є ли різниця в вихованні дівчат і мальчиків. Ну, якщо коротко, то да, вона є, тому що ми різні дівчата і мальчики. Но есть разные стратегии воспитания мамы и папы. Мамы к мальчику, папы к мальчику, мамы к девочке и папы к девочке. Как стратегия воспитания мамы мальчика?
Вообще изначально нужно помнить о том, что мальчики и девочки, они не становятся сразу мужчинами и женщинами. Они становятся такими в период своей жизни, своего взросления. Наша тактика поведения с ребенком, наши влияние на его воспитание, оно очень сильно зависит от таких значимых взрослых, от папы и мамы. Первое, что мама должна делать, это уважать своего сына. Уважать во всем, что бы он ни сделал. Да, сказать ему, что ей не понравилось, что ей не хотелось бы, что он делать, но уважать любой его выбор. Второе – это ценить силу, мужскую силу. И неважно, сколько этому мальчику лет. Возможно, ему 2 года от роду, да, но если он прикладывает усилия и открывает маме дверь, то нужно притвориться слабой. Да, эту дверь, таки дать ему открыть эту дверь. Потому что если женщина усомнится в силе своего мужчины хотя бы один раз, она усомнится еще раз, и потом еще раз, и еще раз, и это очень выхолащивает так, мужскую силу. Пожелать мамам как мальчиков, так и девочек в первую очередь любить своих детей. Это самое важное, поэтому воспитание – это, конечно, воспитание. Я считаю, что в любом воспитании должен быть баланс. Необходимо придерживаться того баланса, который будет комфортен для вашей семьи, который будет комфортен для ребенка. Я не считаю, что есть какие-то критерии, по которым можно сказать, что воспитывать мальчика нужно вот так, так и так. Мы действительно не в Спарте, что слабых выбрасывают в яму. Нет. Самое главное, чтобы ребенок был счастлив, чтобы ребенок был развит, чтобы ребенок был социализирован. А все остальное, я думаю, это уже пример родителей. То есть главное показывать своим примером, каким должен быть мальчик, чтобы папа принимал в этом участие. Наверное, чего я бы хотела пожелать всем остальным, это чтобы папы как можно больше принимали участие в воспитании своих сыновей. Это в первую очередь и, конечно же, в воспитании всех детей, потому что они его. Как правильно воспитывать мальчика? Один из таких нюансов тоже хотелось бы отметить, что гиперактивность от мамы. Как можно вырастить взрослого состоятельного мужчину, если мама за ним с улицы велосипед тащит? Если мама не лезь в песок, дома же мне придется стирать эти вещи. Ну ты ж ребенок, ты должен веселиться, должен свои эмоции проявлять, должен как-то энергию свою куда-то девать, развиваться там, дружить там с детками маленькими. Не подходи, чужое не бери, туда не смотри, это не делай, то не делай. И как-то вот и мама на себе тащит этот велосипед домой, показывает, что она женщина сильная. И как же потом ребенок тоже, вот, исходя в будущее, когда у него будет своя семья, жена будет стоять мыть посуду, не будет у нее там ни сил после дня на работе, она там еще стирку. Ой, я устал, я пришел домой с работы, я устал. Но залаживается все это в раннем возрасте. То есть не нужно думать о том, что вот, когда взрослый, тогда я ему расскажу, что вот надо женщинам там дверь придерживать, надо женщинам помогать. Сейчас вот в таком раннем возрасте ребенок должен жалеть маму, понимать, что она слабый пол, что она тоже нуждается в поддержке твоей, что когда ей тяжело, что ты не должен там кричать, там плакать. Ты увидишь, что мама устала, и как-то к ней так помягче. Вот тоже с детства желательно такое прививать к ребенку, а не когда уже он подрастет, малыш. Загалом я б хотіла порадити усім мамочкам і татусям, що потрібно більше проводити часу з дитиною, потрібно більше приділяти їм уваги, не потрібно зациклюватись на якійсь одній справі, не потрібно зациклюватись на мультиках або на іграх, на різноманітних гаджетах. Більше часу проводимо на свіжому повітрі, більше часу читаємо книги, розмальовуємо розмальовки, складаємо конструктор, пазли. Зараз дуже багато ігор, і я думаю, що часу в нас також достатньо, щоб виховувати турботу в дитині, увагу і повагу один до одного.